Хорошо, хорошо, хорошо. Здорово, народ, с вами как всегда Арти, у нас снова Смайт. А в этой катке что было прикольного? Ну, во-первых, это катка со стрим-снайперами. Да, с добрыми, конечно, это мои же зрители, они попали ко мне в катку, они меня застрим-снайпили. Но вы же знаете то, что дедушку-то обижать нельзя, поэтому это Кали Джангл против стрим-снайперов. Ставь лайк, подписывайся на канал и погнали смотреть. Два стрим-снайпера в катке. Тимурчик зашел в чат, написал, что это не он, но не случайно, конечно, Герд. Ну, конечно, да. А удар это... Пфф, мой же зритель. Все понятно. Деда пытаются удавить, но ничего страшного. Ничего страшного. И музыка бодренькая пошла. Уф. Уф. За такие катки нужно лайки ставить. Даже если катка еще не началась, уже лайки ставить надо. Я уже уверен, что будут жесткие замесы. Жесткое все. Главное, чтобы Ра не убили в самом начале. Арахна может убить Ра. А удар, наверное, еще и этот стрим снайпит. Ну, в смысле, стрим открыл, стопудово. А где мой войспак на Арахну? Ну все, заруиненная катка, чат. Нет войспака. Там еще я есть? Где? Ты там тоже есть в катке? Все, работаем, работаем. Ра уже гангнули. Ра уже гангнули, пол хп у него. Догадывайся, кто. Ой, этот... На Кале, да, войспак на Кале. Да я что-то прорахну, думаю, все. Они уже красный выбили. Удар, жучило, блин. Он волнуется. Да, да, я сосредоточен вообще максимально. Не хочу стрим-снайпером проиграть. Смотри, ждет. Смотри, ждет. И Тимурчик начал душить сразу же, тут же. Тихо, тихо, маленький, тихо. Сам попросил не под... Не, не, поддаваться не нужно. Это вообще жесть. Поддавки, это вообще плохой вариант. Если играете, играйте нормально. Стрим снайпите нормально, все. Осуждаю стрим снайперов, согласен. Думаешь, Танатос бы зашел? Ну не знаю. Ой, я вообще со стандартным войспаком не играл уже 17 лет. Это очень странно, кстати. Ты понял, Саня, понял. Блин, где моя мана? Что случилось с джанглерами и с маной вообще в целом? Почему она всегда кончается? Мне нужен мой желтый, срочно. Нужен сапог. Вся мана на Локи. Да, кстати, блин, Локи вот из видосика, из каточки всю ману забрал себе. Что такое стрим-снайп? Это когда человек сидит у тебя на стриме, подгадывает, так сказать, тайминги, пытается попасть к тебе в катку, и при этом он видит все твои мувы. Ну, это нездоровый стрим-снайп, конечно. Он видит все твои мувы и пытается как бы на этом выиграть. Я иду, братан, я уйду. Мы его убьем, мы его убьем. Просто домой, просто домой. Вот она ФБшечка. Вот она ФБшечка-то. Хорошо. Да, да, в основном стрим-снайп, он всегда нездоровый. Типа, люди специально охотятся на стримеров. Типа, некоторые, чтобы засветиться. Некоторые, чтобы просто поднастарать. И все такое. Но сейчас в катке стрим-снайперы я рофлю, что это стрим-снайперы. Это свои ребята, типа, они норм. Они вряд ли именно снайпят, чтобы что-то сделать плохое. Могут просто поснайпить, чтобы поиграть вместе. Но вряд ли, чтобы что-то плохое. Что такое ФБ? First Blood. Первая кровь, первое убийство в катке. Тоже себе вчера выбил баннер в Рукомпани. Хороший баннер. Качественный баннер. Мне понравился. Погнали.
Пока рано мне гангать, конечно, жестко. Вообще норм, красава. Спасибо, 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 чат. Christmas Day. Тихо, тихо, только не спамим. Спина болит, потому что я вечно тащу. Так, ульт есть. Ульт есть, это уже хорошо. Все, показываю мастер-класс на Кале. Ну, постараюсь, постараюсь, по крайней мере. В Аману на самом деле нет смысла гангать. Сколько это ММР? 2700 там с копейками. Маленький, мало ММР. С 2000 я слился очень быстро. У меня я прям реально поймал какой-то жуткий лустрик. Не знаю, все было плохо, короче. Я поднимал этот аккаунт с 1000 ММР. У меня был а-ля челлендж такой, я катки записывал для Ютуба. У меня был аккаунт, точнее, это... ой, хорошо, ра. У меня был челлендж поднять именно ММР с 1000. То есть я слил аккаунт, так как я стримлю, я особо никогда не запаривался. Вот, и типа я слил до 1000, с 1000 поднимался, дошел до 2000 и все. На этом все пошло вниз. Так, а чё, он без ульты, дерись. Хорошо, хорошо. Жалко, что он умер. Я видел то, что у него мана откатывается на хилку. Я знал, что ей хватит. Но не знал, что так, ну, как бы, у того урона хватит его убить. Ошибка Вамана, надо было выбить заранее этот. Но он не выбил. Блин, на миду все плохо. А у меня... Ну чё, рады рот, погнали! Романыч, не спамь, пожалуйста. Ёбаный в рот! Здорово, здорово, Ром, здорово. Спасибо за подписку на арте. Спасибо за подписку. Ой, блин. Спугался, блин. Пока все хорошо, пока 3-1 идем. Ну, немного, да, Ром, немного. А кто там в миду? Давай по новой, Миша, все хуйня. Здорово, Зёмыч. Здравствуй, родненький, 100 лет тебя не видел. Вот это плохо, конечно, это плохо. Просто домой. Блять, ульт заюзал, чтобы подамажить, а она просто на ульте ушла. Ну, нормально, нормально. 4-1. 4-1, это хорошо. Команды, я не знаю, что такое карамельный. Или кто такой карамельный. Блин, фликнуть не получилось. Я не понимаю, Гуан что-то очень странный, конечно, мувчик у него. Ой, у этого. Я ему сказал, что у меня нет маны, я не знаю, зачем он остался. Я не понимаю, что они делают. Лол, что? Вот это команда, я понимаю. Гуана тяжко на соло, но Вамана силен. Руинит, да. Лол, он меня обвиняет. Он говорит, что ты тогда делаешь, если у тебя нет маны, иди на базу. Так мы подрались только что и убили. Да я знаю, Зёмыч, тут вопрос еще в стрим-снайпинге. Там два человека за стрим-снайпили, в хорошем смысле. Ничего плохого, как бы мы пытаемся вот поиграть, чтобы весело было. Блядь. Окей. Вот это ульт, блядь. Ну это репорт Гуана.
Гуана оказался Гуана. Он заюзал ульт после Ваманы. Лол, после Ваманы. Как можно было ульт после Ваманы юзнуть? У меня на Кале великолепный старт. Она в Ирли очень слаба, чтобы убивать кого-то. А у меня 2-0, типа, лол. Но моя команда просто дичью занимается, если честно. Они ради бафа вон умирают, лол. Я не понимаю. Не, на всех стадиях она не сильная. Я... Вот тут я не соглашусь. Не, у вас может быть мнение другое, конечно. Но я не соглашусь. На всех стадиях сильный, не знаю, какой-нибудь другой джанглер. Но явно не Каля. Я умру сейчас, если он кинет в меня. Да, он кинет. Ах, жучило удар. Ну, нормально, нормально, нормально. Пока что нормально все. От танцора... Не-не-не-не, тоже не соглашусь. Че, ульту не нажал? Не было смысла. Да ладно, ладно, шучу, просто не нажал на самом деле. На самом деле думал, прыжка достаточно будет. На самом деле думал, прыжка достаточно будет. Че-то сильно дот ударил, больно. Да все, все, тихо, тихо, чат, тихо, тихо. Зато в лейте нет никого сильнее Кали. Почему? Есть Меркурий. Есть Меркурий. Почему Кали выделена отдельно? Ой, это Арахна. Я на нее пассивку, типа, на эту. Кали сильнее Мерка. Я не говорю то, что Меркурий сильнее Кали. Я говорю то, что Меркурий в элите тоже сильный. Я просто не считаю, что Кали прям самая сильная в элите. Но Меркурий тоже хорош. Блин, что ли, три? Там Кали, я вижу. Давай удар. Давай удар, Арахна. Мог бы еще завтра прийти. Я не понимаю эту команду. Команда троллей просто. Это просто дичь какая-то, я не знаю. Типа Ра пошел драться один против троих. Потому что увидел, что у них мало хп. Да клинки, наверное, возьму. Не криты. Хотя можно и криты, наверное, взять. Посмотрим. Не знаю, пока не знаю. Пока не знаю. Пока взял бесполезную катану. Целус? Не-не-не-не-не-не-не. Так, ладно, давайте Тимурчика пофокусим. Не-не-не-не, не лут, не лут. Ждите лейт, ребята, ждите лейт. Если Ра не будет таким тупорылым, то все будет хорошо. Да я рофлю, рофлю. Ретрит, да.
Кто спамил ретрит, блин? Гуан. Что происходит? Ну, как бы без Гуана драка опять очередная. ХЗ. ХЗ, вообще ХЗ. Аж ухо зачесалось. Я не понимаю нашу команду, конечно, ну да ладно. Типа, что-то не так. Я не могу понять, что не так. В Гуане, что ли, все дело? Он тебе сказал ретрит. Ну да, но, блин, видишь, они говорят то, что ретрит, но при этом дерутся. Типа, с хз. Ой, извини, чат. Извини, чат. Будь здоров, спасибо большое. Спасибо, спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Ладно, отбой, отбой налево идти. Какой трек хороший, блин, под этот трек только выигрывать, кстати. Как же она замедляет, да? Противная паутина. Все, сосредоточен, я сосредоточен, чат. Все, 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 сейчас на победу будет. Подошли из-за угла. Вот это было вовремя, Романыч. Вот это было вовремя. И при этом минус ра. Вот кого они бьют? Танков бьют? Ох, Япона мать. Вот это он откусывает куски от меня. О-о-о-о. Да будет, будет у меня, будет этот кровавый клинок, или как там его, забываю постоянно. Токсик, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мое почтение, минус ФГ. Там нет. Retreat.
маленькие, тихо, тихо, маленькие, тихо. Есть у меня бицы. Хорошо. Ну, хорошо, но плохо. Хорошо, но плохо. Смотрю твои стримы, аж в смайт захотел. Понимаю. Опять плохой файт, потому что двое пошли за этим, за Вамана, я считаю. Здорово, Сибьерн, спасибо большое. Да пушьте, чё ж вы так далеко-то отходите, ебона мать, два хила у вас. Бордов нету на карте. Цербер хорош, но он вначале еще показал то, что он хорош, кстати. Out of mana. Враги хоры. Да у нас тоже все нормально сейчас в команде. Просто какая-то несогласованность, что ли. Чисто по ощущениям, хз. Окей, Герсис, понял. Да, она ему уже не нужна, я чисто ради фарма. Мне нужно убить Тимурчика. Мне нужно убить Геру. Мне нужно убить Геру, и все будет хорошо. Даже не как Арах, но как так вот, как так, так вот, как Геру. Ты не хочешь прийти, братан? Мы проиграли. Это лус. Это лус. У нас нет Гуана, он тупорылая слина, блин. Извини, чат. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Поле боя меняется, а дерьмище одно и то же. Согласен. Че, удар как без ульты? Гуан как перстень, мне нравится, он у меня 10-й. Я на нем долго и много играл, и я не понимаю, что наш Гуан тупорылый делает. Бак с вейспаками. Ну вот у меня почему-то типа стандартный вейспак на Кале. И говорит, и текст не написал. Вуконг сейчас ОП из-за этой чертовой перчатки, которую ему собирают. Только и всего. Ну как по мне, хз. Блин, ну мы лузаем, мы просто лузаем. Просто вот не...
как бы без повода, так сказать. Почему два раза? Не знаю, баг, наверное. Куда выбрать, Энтони? У меня стоял войспак скина. Почему у меня сейчас стандартный работает? Я не знаю. Может быть, из-за патча, который только что был. Нам нужны варды. Нам нужны варды. Купите варды, пожалуйста. Пойду за вардами. Не, не пойду за вардами. Блин, как же хочется Тимурчика бахнуть. Только что патч был. Был просто какой-то хотфикс или что-то такое. Команда, блять. Бесполезные, просто бесполезные. Один 8 РС. Неплохо. Ну, типа это не выиграть. Вы же понимаете, это не выиграть. Блять! Только что ж я так все тайминги ловлю? Куарти токс? Нет. Да, у нас этот нормальный. У нас АДК хороший. Арес хочет ФГ, когда мы проигрываем. Vista, да. Attack, можно было бы драться дальше, согласен. Здорово, Ратурин. Я не могу драться дальше, я вообще на команду не рассчитываю в этом. Как бы, я не знаю, они очень слабые. У вас отличный пик, но при этом команда, конечно, жесть. Крипов улетит. Не подготовилась Калеба. Да, наверное, ручком по ней пойдем. Почему нет? Какой самый сильный бог в один? Ну нет такого понятия, самый сильный бог. Есть боги, которые просто сильные в один на один. Типа той же Кали, Хибо, там, не знаю, Хронос какой-нибудь. Локи, Бакасура. Ну Локи уже нет, наверное, Бакасура. Да это просто бессмысленно было. Сейчас файт будет, а у него еще не будет ульты. И что тогда делать? Терпеть не могу грустное лицо Пенса по сравнению со мной. Retreat. Молодежь, соберись, Калимба, и мне на Тиму тащи. Спасибо, Зёмыч, огромное, дядь. Спасибо за пятихатку. Я согласен, что Калимба. Я полностью согласен. Спасибо огромное. Это жесткая инвестиция, дядь. Спасибо. Здорово, Сенчел. На Кали берут криты? Да. Если билд через скрыты, то да, берут. Подерусь с Арахной? Битцов нету, не подерусь. Твич сам подписку на меня продолжил? Кайф. Да нет, Герсис правильно говорит, мне нужен пузырь. Контроля слишком много. Я должен драться нормально с Арахной, с какой-нибудь условной там. Блин, они хотят продолжать. А мы можем продолжать? Мы можем себе позволить продолжать? Слушай, мы можем, наверное, себе позволить продолжать.
Япона мать! Это просто какая-то жесть. Это просто какая-то жесть. Что за тайминги-то? 100 хп, блядь. 100 хп, и я под ультой раздраконил просто в аману. Я просто раздраконил. Ой, Аполлон может сейчас сделать очень многое. Очень много может Аполлон сейчас сделать. Уф, уф, уф. Главное не умри, брат. Главное не умри, ты можешь выиграть. Ладно. Да я не верю в них. Удар. Ой, удар. Герсиас. Я не верю, что они вообще могут урон нанести кому-то. Достойный урон. И пытаюсь как бы их поддержать в контроле там и во всем остальном. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, хорошо. Вот это было очень хорошо. Вот это было очень хорошо. Минус Тимурчик. Удар, блин, левой давай. Да, Кабракан сейчас играбельный, конечно. Почему нет? Вполне себе. Более чем, я бы сказал. Я красный заберу. Прощелкал, брат. А чё поделаешь? Прощелкал. Так, чё мне там нужно взять? Я очень сосредоточен, но мне кажется, команда моя вообще все равно. И то, что Рай сейчас умер, это вообще очень плохо, если честно. Иди-ка следующий за Цукиёми. Цукиёми банят, дядь, я его взять не... Я очень хочу за Цукиёми поиграть, мне он очень нравится. Но его по кулдауну банят. Надо голден менять, да, Герсиас? Я думаю, надо этот поменять. Мне он вообще не нравится. Сейчас уже, по-моему, бессмысленный, нет? Вообще хер с его критами. Бьем, 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 бьем. Команда слева. Так, а чё фармить-то? У меня фул выформлен. Фур выформлено. Атак, Fire Giant! Ward the Fire Giant! Берсерка взять? Герсис, чё думаешь про берсерка? Места Голдена. Бля, ну как так? Похер атак. Хорошо, хорошо, хорошо. Плохо, команда вообще не вместе не играет, бляха-муха. Да что я сделал, блядь? Thank you.
Тупорылый, сука, Гуан! Извини, чат. Я больше не буду слушать Гуана. Пошел он нахрен, блин. Может быть, Демыч, может быть, и на мерке. Я хотел мерка в эту катку взять, но взял Калих, из-за почему. Не слушайте Гуана, бляха-муха команда. Не, пока не меняю, пока думаю на что. Не знаю, на что Голден поменять. Бомбит, Сань, бомбит жутко вообще. Урона не хватает, бляха-муха. Урона не хватает. Блудфордж. Блудфордж тоже интересно, кстати. Да у нее ульт. Ой-ой-ой-ой-ой, что это за урон? Что-то я про Атланту даже не подумал. Вы запарили со своими колами тупорылами, блять. Под конец уже начинает реально печь жопу, блин. Да, скример отключен, Изюм, давно уже. Да, я тоже так думаю, надо Аполлона дефать жестко вообще. Ой-ой-ой-ой. Да ультани в него, хоть что-нибудь с ним сделай. Хорошо. Минус танк. Надо уходить. Минус Феникс, надо уходить. Не-не-не, я вижу, что они проиграли, Герсис. Какой смысл под ультой драться? Я умру там просто. Красный, не буду убивать. Я его вообще слушать не буду. Ни Аполлона, никого не буду. Да она не одна, блин, нифига. Там Арахна же вон шоркает. Я не знаю, не хочу с этим Гуаном играть вообще и бегать с ним. Здорово, Гамлинг. Ладно, сейчас расслаблюсь и все будет нормально. Да, это вообще потная какая-то катка, стрим-снайперская, блин. Да, я знаю, Герс сейчас. А не видишь, они лезут драться, как я могу купить-то, ё-моё.
Здесь тоже вард стоит, что ли? На варду бегаю. Хорошо, хорошо. Арес с ультой. А почему? У меня на медузе стояла метка. Я думал, я же на эту ставил. Господи, а почему она сменилась? Я же специально за ним бегал. Уф, что за пот. Убили, 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 убили. Не убили, не убили, не убили. Да, 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 да. На Гере была метка. Антихил был. Хорошо, хорошо. Да, 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 да. А медуза разве воткнулась в меня тройкой, да? Медуза говорит, на тройке, да, только медуза в меня не воткнулась тройкой, как бы держу в курсе. Геру убили. Геру я убил. Да, я знаю, Герс, сейчас. Варды не взял. Только хотел варды взять и забыл. Что за потная катка-то, блин. Красный, бери красный. Он забрал, он забрал. Все, атак. Все, бьем, 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 бьем. Хорошо, пол хп у нее. Да стой ты! Это прикол такой, что ли? Блять, и застанил меня не вовремя. Я кнопки сейчас так кончено прожал, как просто я не знаю кто. Ох, япона мать, что за урон. Хорошо, хорошо. Все хорошо, победа, 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 победа вместо обеда. Ай, стрим-снайперы. Какие же вы стрим-снайперы. Ладно, хорошая катка. Изи вин, да господи, 42 минуты я потел с ними.